我妈妈弟弟昨天搭台北的捷运，他们说台北的捷运超级方便。但是呢，我妈妈现在有一个问题，我们来听一下她要说什么。Сижу в машине, вижу, что молодежь и вообще народ идет, некоторые в масках на улице. Мне непонятно, а смысл маски одевать? Уже ковид закончился, и на улице тем более смысла нет маску одевать. В метро я еще могу понять, некоторые люди сидят в масках, ну, может быть, у них насморк или там еще что-то, да, опасаются. А на улице почему? Ну, в Тайпэе в метро мы заходили, Хондорен, Дайкоджао. Тоже некоторые. Где-то из России без масок в метро? Уже, да. Ковидные ограничения сняли, все без масок.